Сборы заготовку на зиму репы начинались 28 сентября, со дня Никиты Репореза. День так и назывался по народному календарю. Дети больше любили есть репу в чистом виде, она сладкая и хрусткая. Ну а старики говаривали, поел бы репки, да зубы редки, поесть бы паренки. Пареную репу готовили как самостоятельное блюдо в деревнях, но также добавляли репу и в различные вторые блюда, например, в каши. И сегодня мы с вами приготовим репную кашу. Для репной каши нам нужна ячневая крупа, желательно крупного помола, и, собственно, сама репа. Берем, выбираем самую хорошую репку, крупную. Сначала нужно ее почистить. Почистили, сполоснем и порежем небольшими кубиками. Можно порезать вот такими небольшими кусочками. Ну а если вы большой любитель репы, можно порезать большими дольками. Репу складываем в чугунный горшочек. Засыпаем примерно чашку ячневой крупы, предварительно помыв ее. На одну чашку ячневой крупы примерно 2-2,5 чашки молока. Перемешать. Положим немножко соли и сахара. Соль и сахар по вашему усмотрению, как вы больше любите. Если любите очень соленую кашу, можете без сахара. А если любите послаще, то сахара побольше. Все тщательно перемешиваем. И ставим томиться протопленную печь. Прошло 1,5 часа, наша каша уже готова. В готовую кашу добавляем масло. Как говорят, кашу маслом не испортишь. И перемешиваем. Есть такую кашу очень вкусно, запивая при этом молоком. Приятного аппетита!